Что происходит? А что я умею делать? Оооо, смотри, вот это да, у меня какая-то взрывная волна, все улетели! Папа, Маша собрал! Игрозавр, сегодня мы играем Кирби! Здорово, ребятки! Да, вы на канале Игрозавр, и сегодня с Егором мы продолжаем играть в игру Кирби, и мы оказались в каком-то новом раунде. Егор, куда нам идти? Ну так, помочь Кирби, что нам надо делать? Ой, я упал куда-то! Наверное, нужно вниз, Егор? А ну давай, замкнись. А ну-ка, я не знаю, что надо делать. Наверное, нужно... Ой, а кто это плавает такой? Какой-то осьминожка. Мочи его, Егор! Мочи! Так... О, мячик, смотри. Опа. Егор, мячик. Это взрывные бомбы. Ага, смотри, кто-то... Ой-ой-ой-ой. Бабочка, взрывная. Бомба, помню, засосать. А, я его уничтожил мячиком. Бабочка, давай, это мое. Бери, а что мы взяли? Ух ты, какие-то кристаллы. Егор, судя по всему, нам нужно собрать 5 кристаллов. Тихо-тихо, ко мне кто-то приближается. Егор, тебя сосало. Егор, давай ко мне, налив сюда. Так. Ой-ой-ой, я сам упал. Блин, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ладушки, давай я сейчас эту просто птичку или пчелку засмажу. Кстати, детки, подписывайтесь на канал. Не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, а мы продолжаем дальше. Посмотри. Егор, смотри, мы забрали уже 3 кристалла, ты слышишь? Кто-то такой дохой, смотри. Ой-ой-ой-ой, он превратился, блин, он меня укусил. Так, ладно. Еще один кристалл, Егор, смотри. Осталось еще 2 кристалла собрать. Ой-ой-ой, бомба. Ой, а в кого я превратился, смотри. Не знаю. Что происходит? А что я умею делать? Оооо, смотри, вот это да, у меня какая-то взрывная волна, все улетели. Папа, Маша собрал. Оооо, давай пятюню, смотри, мы с тобой собрали все кристаллы. Отлично, ребятки, ставьте лайкосики. Куча монеток, погнали туда и соберем, погнали. Так, а там все мое. Пойдет твое. Оооо, наши друзьяшки, мы спасли одного из наших друзей. 34 друзья. Да. И теперь... Пока. Слушай, давай погнали дальше. Там какой-то островочек, да? Ой, что это такое? Орешек какой-то. Звездочка. Ням-ням-ням-ням. Стой. Кстати, ребята, знаете, что я не знала об этом, что может... О чем ты не знал, Игорь? Папа, ребята... Ой-ой-ой, что он со мной сделал? У меня удар. О, в кого я превратился? И что я умею делать? Ребята... Я под землей, смотри! Я под землей могу лазить. Вот это прикол. Я как крот. А ну... Ух, смотри, что я делаю, сейчас... Ой, на тебе, крот, ты видел? Ребята? Смотри, тут что-то есть. Ребята, вы тоже это видите? А что? Да, смотри, какие-то нычки под землей. Так, и еще одна. Я тоже хочу тоже. Ты как раз ее съел только что, походу, Егорка. Вот. Так, ну что, давайте погнали дальше. А куда нам нужно идти, слушай? Ой, что это такое? Ребята, вы тоже это видите? Какая-то... Вот. Меня затянуло. Ты нашел какой-то подарочек. Ё-моё, где я? А, вот это. Что-то новенькое там. Да, это какие-то пошли новые кристаллы. Судя по всему, это кристаллы красного цвета. Вернее, оранжевого цвета. Вы тоже это видите? Давайте. Так, пушка. Осторожно, Егор, пушка. Тихо, я лучше там пророю себе туннель, чтобы на пушку не попасть. Ей. Бери, Егор, кристалл, отлично, взяли. Сейчас будут еще кристаллы, смотри, я пойду пророю. Так. Папа, ты можешь кто-то взять. Да, я сейчас туда, подожди, я поднимусь. Еще кристалл, отлично. Меч. Тихо, давай лучше под землей. Вот это Кирби молодец, смотри, как под землей роет. А, слушай, я могу, наверное, превратиться. Это машина, как же. Слушай, мы там что-то, по-моему, пропустили. Пойдем проверим. Нет, я остановился. Вот, Лив, смотри, там осталось буквально еще чуть-чуть. Ой, тоже там есть. Тихо. Ей, у него здесь. Так, Егор, погоди, сейчас мы тут... Кристалл, еще один. Я же говорил, что мы его пропустили. Плыви за мной, дружище. Давай. Так. Я опять здесь буду лучше по земле, чтобы мне пушка это не атаковала. Ну что, давайте я засосем вот эту телегу, да? Давай, но это, наверное, на колесах. Пробуем. Блин, да я в тележку превратился, вот это прикол. Давайте я прокачу. Давай
прыгать. Смотри, какая прикольная тема. А, здесь нам нужно смотреть, это вверх, то вниз. О, Егор. О, давай мы сейчас вот этого чудачка немножко вот так подвинем. На, прыгай, прыгай, там нычка, Егор. Прыгай, прыгай. Я не могу, я не могу. Ты не можешь? А что если будет? А, вот, вот так вот можно это сделать. Давай, 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 нам нужно идти вот сюда, в эту сторону. Видишь, стрелочка нам показывает. Звезда! Давай, неужели мы раунд прошли, ребятки? А ну давайте проверим. Егор, прыгай на нее, давай. Опа, я цепляюсь тоже. И мы погнали! О, Егор, мы куда-то переместились в новое место. Там крот! Крот! Крот, Егор, давай мы его сейчас... Вот. О, слушай, я сел, и я теперь сам как в крота превратился. Тихо, тихо. Ой, я чуть не упал. Монетка. Ой-ой-ой. Меня ударило. Нет. Так, слушай, ну давай заново. О, у нас снова пошли какие-то кристаллы, Егор. Ах, ты ж проказник, слушай. Сейчас мы его сделаем. Нет, только нет. На тебе. О, я его одолел, я победил его, Егор. Только я не умер. Попадите, какая-то нычка. Да-да-да, я видел. Ой-ой-ой, сейчас упаду. Фу, на самом краешке. На самом краешке. Егор, давай на ту сторону, я пока здесь. Надо улететь умереть. Так. Что у нас здесь? Ума. О, круто, здорово. Пока. Так, ладушки, давайте здесь проверим. Егор, смотри, что я нашел. Звезду какую-то. А я могу как-то... А, слушай, она сейчас куда-то у нас какой-то бонус. Да, смотри, у нас куда-то перенесла, здесь можно собирать. Иди собирай вот эту большую звездочку. Это а походу. Папа, а я не знаю, что это такое. Давай проверим. Ого, я в трубу превратился. Вот это прикол. И что я могу делать? Дави их всех! Вот это да! Эй! Ой, что произошло? Подожди, я могу прыгать? Я могу прыгать! На! Ого, ребята! Смотри, мы в лепешку превратились, вот это прикол! И звезду нашли! Егор, мы освободили наших друзей! Вот это крутяк! Давай, 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 их освободим! Не зря мы туда пошли! Берем! Есть! Отлично, давай, Петюня, Егорка, мы справились, ребятки! И... Кстати, ребят! Но... Кстати, ребят, мы хотим, чтобы мы на... Мы очень мечтаем о миллион подписчиков! Пожалуйста, подписывайтесь на миллион. Чтобы у нас было миллион. Ну да, было бы действительно круто, ребята, поэтому... Не только что. Ай, я пал, я падаю. И ты пал, и ты упал. Блин. А я пока. А, стоп, сейчас я... Пока. Все, я возродился. Ладно, идем дальше. Все, я сейчас уберу. Ой, слушай, я здесь под землей потихонечку, я здесь прошел. Ай-яй-яй, нет, Кирби, давай. Фу. Ну что, Егор, давай, ты прыгнешь на них, освободишь наших друзей. Ты где? На счет три. Три, два, один. Егор, появись! Нажимай на кнопку и прыгай, освобождай наших друзей. Отлично, ребятки. Три. Ну что же, ребятки, вот мы и прошли, походу, этот уровень и спасли наших друзей. Отличненько. Ну что ж, ребят, в этом видео мы заканчиваем. Сегодня был я, Егор и да, папа. Да, прошли этот уровень, открылись новые раунды, да. Мы пройдем их обязательно в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. И увидимся в следующем видео. Егорка, пока. Давай, пока.